Рязань вошла в топ-5 уютных городов для выездного уикенда. Список составил один из интернет-ресурсов. Издание выбрало 5 удобных с точки зрения транспортной доступности городов, расположенных недалеко от Москвы, и узнало, во сколько там обойдется аренда отелей и квартир на выходные. В списке Рязань заняла вторую строчку. Как пишут на сайте, добраться до Рязани из Москвы можно поездом, электричкой или автобусом за 2,5-4 часа. Стоить это будет от 350 до 2500 рублей. Проживание на выходных в Рязани стоит от 3,5 до 6 тысяч за 2 дня при размещении в отеле в двухместном номере. И от 1800 рублей за 2 дня при аренде однокомнатной квартиры. Стоит отметить, что информация удивила рязанцев, особенно часть, где описывается инфраструктура города и говорится о наличии двух аэропортов.